Не обошлось на сегодняшнем заседании без конфликтов. Депутаты КПРФ предложили лишить права голоса Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР в своем выступлении обвинил представителей коммунистической партии в происходящем на Украине, заявив, что причины конфликта были заложены политикой большевиков. Когда из зала ему попытались возразить, Жириновский дал коммунистам жесткую отповедь. Помолчите, Кашин! Помолчите, большевички! Да! Я буду говорить то, что им нужно. У вас есть свой Зюганов, пускай он вас учит. А вы не будете меня учить. Какое оскорбление? Это факты ваши, ваших съездов. Я что, дураки говорю? Это ваши цифры? Да. Все, молчите. Потом в суде будете отвечать. Нельзя вас запретить на Украине. Впрочем, слова Жириновского пока не лишили. Согласно регламенту Госдумы, этот вопрос рассматривает комиссия по этике, которая выносит рекомендацию Нижней палате. Для этого в комиссию сначала должно поступить заявление.